Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дарриди, и мы продолжаем играть во всякие флеш-игры. А сегодня мы поиграем в игрушку «Автомобильный завод». А что ж, помогаем бравой тачке оставаться живым в головокружительной гонке. Что ж, давайте посмотрим. Он такой инопланетянин, хоп, выглянул. Ушастый такой, или рукастый. Ушастый-рукастый. А, так, давайте сделаем маленько браузер потише. Нет, давайте еще сделаем потише. Сильно громко музыка, давайте вообще отключим ее. А, что ж, play. А, вот моя тачка. А как управлять ей? Тихо-тихо-тихо-тихо. А, вперед. А, о, упал. Забавно. А, я должен нажать на стрелку в нужный момент. Непонятно. Так. Окей, заново. Хоба, перевернулся. 0,96 секунд. То есть нажимаю, по сути, на мышку. Ух ты! Тачки перевозят. Причем они все побиты, и мои, видимо, братья. Ух ты! И меня, короче, подбили. Мне надо вовремя, короче, нажимать. А, на стрелки. Все понятно, вот, меня поймали. Очень плохо. Я должен успеть просто успевать на стрелки нажимать. Так, назад, назад. Хоба, увернулся. Вверх и проехал. Забавно, забавно, ребят. Мне нравится. А, так, вверх. Тут надо вовремя реагировать. Все, проиграл. Это, короче, игрушка на реакцию. А подобного жанра я, короче, не встречал. Окей, мы вернулись. Нажали на рычаг. Да, тут скорость нужна. Несомненно, если маленько проспал, то все. Выбыл из игры. Так. А, вот-вот. Окей. Так, нажали. Что дальше? Еще раз. Магнит притянул. Забавно. А едем-едем дальше. Такой. Как знаете, как фильм, реально. Блин, мне она нравится. Что фильм? Вот такого, такой флешки, флеш-игры, такой еще не было. Офигеть, вот это эпично. Вот это мега круто. Это ее могли даже не сделать не флешкой. А, полноценной какой-нибудь игрой. Так, смотрите, крадется, крадется, хоба, заметил. А, на тебе, получай. И за мной такой поехал. Вот это круто. Ребят, такого еще я не видел. Реально, мега круто такая тачка, короче. Давай, 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 вниз, 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 молодец. Вот это жесть, ребят, это жесть. Так, я падаю в вулкан. Так, хоба, увернулся. А, так, еще раз увернулся. И еще раз. Мега, мега крутая игра, такой не было еще. Опа, на веточке повис. А, на вторую. Так, так, так. Опа, залезли. Так, аккуратно, аккуратно, ребят. Будьте очень внимательны. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай, давайте полетим дальше. Нет, он... Ой, дерутся такие. Классно, классно. Так, давай, угоняй, угоняй, угоняй. Бензин. А, ускорение. Нитро. Опа, подпрыгнули. Ну, я думаю, тут он навряд ли сможет допрыгнуть. Да-да-да, не получилось. О, прикинь, я его вытащил сам. То есть, по сути, я сам выбираю себе, как я буду играть. Я не захотел, чтобы он умирал, короче. Забавно. А мог, кстати, мог... Что бы было, если бы я не стал спасать его? А ничего бы не было. То есть я бы продолжил вот так играть. Ну, я решил спасти эту тачку. Ух ты, давай цепляйся, дружок. Ух ты, меня вытащил, короче, не знаю. Он меня даже спас. А, кстати, продолжает так тачка за мной гнаться. Мне кажется, хоть спасай я, хоть не спасай, она все равно выжила бы. Кстати, она мне тоже помогла. А, блин. Вот отсюда, короче, начал. Вообще какое-то безумие творится. Он, короче, взял, мне помог. Мне надо было сюда вставать. Не на то нажал. Ладно, сейчас на него встанем. Так, вверх. Столб. Сейчас надо к нему встать.
Окей. Так, сюда, 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 давай, давай. Супер, осторожно. Так, берем автомат. Ух ты, теперь я с автоматом. Мишень. А, бочка. Круто, подпрыгиваем. А, это мой друг, короче. Я думал, это враг, это друг, оказывается, мой. Зеленая и красная тачка. А вот эти враги, короче. Мой друг с двумя звездочками. Так, злой. Злой красная тачка. А, так. А, блин, надо было верхнего убить. Ладно, переиграем. Сейчас будем знать, что надо будет верхнего убить. Так, плюс какой-то. А, паузу можно нажать. Заново. Серьезно, такая игрушка, реально. Мне она нравится. Запала мне в душу. Так, обязательно поиграем в нее еще раз. Ой-ой-ой. Тут надо, да, еще запоминать, какие действия ты предпринимал. И уже, ну, следующий левел уже по-другому играть. Ну что ж, езжай. Так, сюда, теперь верхнего. Молодец. Вниз. Хопа. А, так, колесо. Забавно. Тачка едет на колесе. А, ракета. Убили. А, еще одна. А, по колесу надо стрелять. Будем знать. Так, подпрыгиваем. Ракета. Теперь колесо. Так, колесо. Забавно. Назад надо было отступить. А, вверх. Ракета. Так, колесо, 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 молодец. Теперь назад, назад отступаем. И ракет, короче, его сбивает. Так, молодец. Езжай. Граната. А, блин. О, фига, надо было вверх подпрыгивать. Хорошо, что я недалеко. То есть, ну, не сначала там начинаю, а, то есть, продолжаю играть. Эпично, ребят, эпичная игрушка. Вау, такого я не ожидал, я, блин, я просто в шоке. Реально, это что-то новое. Тут, то есть, на реакцию, и как фильм смотришь ты. Хоп, нифига себе. Так, назад отступим. Замечательно. И что сейчас? Что нас ждет сейчас? Босс? Ух ты. Смотрите, он расчистил нам путь. Так, давай, дверь, дверь, еще что-то летит, перепрыгнули. А, ракета. Круто, мы на ракете летим. Офигеть, офигенно. Кто придумал эту игрушку, тот гений. В шоке такой, смотрите. Ну, ему кран сломали. И мы спасли тачки, вот эти все тачки мы спасли. Вот так-то будете с нами связываться. Что ж, я не думал, что мы пройдем, но мы быстро эту игрушку прошли, и я очень надеюсь, что будет продолжение этой игры. Я сейчас присуждаю этой игрушке 5 звездочек, потому что это реально достойная игрушка. Ждем продолжения, что ж. Кстати, по-моему, есть, да, продолжение? Ладно, мы поищем, обязательно найдем, если будет продолжение, то мы в него сыграем. А пока что, ребят, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки, репостите. В общем, всячески, ну, я надеюсь на вашу помощь, потому что без вас я никто. Вы мне очень нужны. Вот. Очень рад, что вы смотрите мой канал, мои видео. Рад, что вы подписываетесь. Вот. Всем удачи, ребят, всем пока. Дальше будет интереснее.